О, пошло, 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 пошло. Что творит-то? Ребята, здравствуйте! Мы сегодня в компании четырех рыбаков. Я, мой отец, мой дядя и наш друг Федя приехали на большую воду, чтобы открывать сезон. Рыбку мы сегодня половим однозначно. Погода просто замечательная, шикарная. Плюс 25 штиль, солнышко, в общем, лепота. Дорога до этого местечка, конечно, была интересненькая. Вот, но я поснимал по пути. По болоту прошли, по лесу прошли. Лес такой красивый, дивный, дышится хорошо, так вообще классно. В общем, рыба уже у берега есть, плавает, плещется. Короче, уже прям не терпится побыстрее поплавочек закинуть в воду и порыбачить. В общем, рогульку я уже поставил. Вот, и сейчас буду собирать удочку. Так как дистанция небольшая, рыбка тут вся стоит рядышком, поэтому буду ловить на удочку длиной 5 метров. Опять с этими интересными поплавочками. Вот такими вот красивыми. И на специально приготовленное тесто. Дядя Витя говорит, что я херабунщик. Ну, как бы, знаете, на самом деле херабуна. Вот. Я говорю, я буду кайфовать сегодня. Сейчас глубину для начала промерить надо, чтобы выставиться конкретно хорошо. У меня для этих целей есть грузик, припас. Вот такой вот грузик для дропшота с резинками намотанными. Все. Крючочек продеваю, зацепляю его здесь, вот так вот, все, никуда не денется, можно измерять глубину. Замешал я дома тесто специально, интересненькое такое, но потом, если мы на него хорошо половим, я вам расскажу, что за состав. Чуть-чуть водички сюда и замешиваем. Ну, сейчас оно немного постоит и будет готово. Вот так вот.
В общем, ребят, посидел я тут немного, порыбачил примерно часа три. Началась волна вот такая вот, серьезная. И поэтому мы решили уйти, обогнуть, получается, мыс и уйти туда, в пойму, в болото, где мы сможем спрятаться от волны. Так что сейчас опять переход по лесу. Как бы мне этого не хотелось, но ничего с этим не поделать. Уехали мы сегодня довольно-таки далеко. И просто так уехать назад было бы, ну, совсем неправильно. Так что сейчас меняем место и будем сидеть до вечера и ловить. Смотрите, что мы тут нашли. Сдох, или сдох, или подстрелили его. Нет, это не свежий. Сапа. Это не свежий. Как не свежий? Они только прилетели. Думаешь, его подстрелили? Наверное, сдох. Пришли мы в залив, тут на самом деле практически нету волны. Ну сейчас будем пробовать ловить. По идее рыбка поплескивается, ходит и у берега тоже, так что может быть сейчас половим. О, у папы подлещик клюнул. Ага. Тянет. Вот. Хороший. Шершавый грит весь. Покажи рыбку. О, отлично. Красота. Ну вот, ребята, первая рыбонька попала. Угу. Шершавая плотвица какая. Красивая. Красота. В общем, ребят, рыбка стоит далековато, так что не хотел я этого делать, но придется одевать штаны заброднее, заходить подальше и закармливать. Ну ладно. Ребят, рыбка попала. Это подлещик.
Вот. Некрупный подлещик попал. О, клюнул. Клюнул рыб. Клюнул, слышь, пап? Мощный. Покрупнее, чем предыдущий. Куда-то он пошел. Золото-то мы найдем дорогу, нет?
хорошая поклевка была. Этот клюнул на опарыша, на нижний крючок. Присосался. Ну, красавчик. В общем, ребят, накормленное место подошло большое количество какой-то мелкой рыбки, и подлещик куда-то убежал. Возможно, он подойдет сюда поздно вечером или ночью, но в этот раз я, к сожалению, не могу позволить себе остаться с ночевой. А значит, пришла пора подводить промежуточные итоги и ехать домой к семье. Рыбку я сегодня с собой брать не буду, подлещики мне не нужны, у меня дома 8 штук в морозилке лежит, ждут того момента, когда я их закопчу. В общем, поймал я сегодня рыбы немного. Но экземпляры попались приятные. На тонкую снасть, на нежную было очень-очень приятно тащить. Вот. Ну а сейчас я, пожалуй, этих товарищей отпущу, ну и уже поеду домой. Давай, мой хороший. Беги. Дружок чуть поменьше. Оп. Самый мелкий. Вот такой. Давай. Газуй. У этого уже хвост шершавый. И мелкая плотва. Ну и все. Сюда щупаю, как